Легендарный диктор, советский, российский теле- и радиоведущий. Народный артист России Виктор Балашов умер на 97-м году жизни. Виктор Иванович был участником Великой Отечественной войны. Судьба привела его на радио в 1944 году. Учился мастерству у самого Юрия Левитана. Именно неповторимый балашовский баритон возвестил всему миру о полете Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Смотрите после выпуска новостей программу «Семейный альбом», посвященную Виктору Балашову.